Добрый день. Очень часто многих умельцев останавливает то обстоятельство, что необходим фрезерный станок для изготовления какой-либо металлической детали. Но во многих случаях можно обойтись простым станком на основе болгарки вроде этого. На нем можно отрезать или делать выборки. И резать металл вы будете не фрезой, а отрезным диском. Для этого необходимо изготовить вот такие простые приспособления для закрепления болгарки на верстаке. Упорный столик или часть швеллера, как у меня, а также вот этот упор, необходимо, чтобы болгарка не смещалась. Когда вы обрабатываете деталь, то возникает момент, который направлен в эту сторону. Можно сделать ее с двух сторон, чтобы болгарка была между ними более прочно. Ну, одной обычно достаточно. Сейчас я продемонстрирую работу этого станка, ну или приспособления, если вы так считаете. Ставим болгарку. Обратите внимание, что отрезной диск с помощью вот этой ручки мы ставим ее на место. Так, обратите внимание, что отрезной диск должен быть под 90 градусов, как к этому столику, так вот и в этом месте. Это проверяется, вот видите, как раз на середине центра. И тогда он работает как приблизительно станок настоящий. Ну вот, все готово. Сейчас я изменю крюки для съемника. Ну вот. Деталь, в общем-то, готова.